Сегодня у нас 26 августа. Вот у нас тут. Вот, я тебе там сигнал. И ты выезжаешь туда. Ну, ответишь. На первом месте. Это естественно, мы ждали этого, когда провал начнется. Даже нам на помощь даже гуси идут. Вчера овечки прошли, а сейчас как по команде гуси идут. Интересно, да? Вот до сих пор. Так. Вот, смотри. Вот еще. Еще один рабочий пришел. Леро, где? Мы же сказали, ведро и лопата. Как-то освещенный режим любит. Бери ведро. Смотри. Вот это вот куда пошли по песку? Песок рядом, Марина, вот он песок под ногами, куда же идешь? Ты можешь потом еще сходить за ведро. Прямо засыпайте. Я вроде квас не пью, а что-то подсотнуло. Гуси пришли и ушли. Проведали. Пошли. Вон брат Игорь Лужков уезжает на самом деле.
говорил, по тебе не не надо, вот так вот просто раз, а все, она потом растопчется. Все, полос. Слава Христу! Аллилуйя! Вот это вот вообще это надо. Володя, вот это каждую лопату тут снимаешь. Иначе, Иваныч, там надо как-то их подарить. Что надо? Ну они там берут, может, они уже больше берут там. Посмотреть надо. А вот у нас брошки, вот у нас, как сюда.
брать. А ты не убираешь. Ну, а ты уже убираешь. Ну, 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 да. Нет, наверное. Тут, наверное. Дома? Дома. Бачка? Что? Видите? Ну что видите? Ну что вы? Вот каждый интересно, каждый там еще бросил. Нет, ну что не хочет работать, что идет работать. Ну там опять где-то перерывали. Нет, не пристану вот это. Непонятно мне это, что это такое? У нас пленка не тратится. августа продолжаем работать. Вот котя гуляет, тут ходит Алексея Устинова, короткохвостый. Вот здесь вот уже дошли до этого участка дороги. Вот выгребает лишнее все, толстый слой выбирает его потоньше было. Там убрать надо. Дальше. Дальше. Вот сестра тут убирает. Руками и камушки все выбирают. Работа сложная, конечно. Мне, конечно, не нравится все это. Снимается. И вот кого я знаю, все с ними, когда братья едут на 60 километров, несутся по деревне, в это время их заснимем. Ну, надо увидеть просто. Ну, как увидеть, карауль, вот завтра с утра, сядь здесь, возле меня там в кустах, и карауль увидеть. Это называется остановочный свет этот сделать, ролик. Специально, только так. О, смотрится как. Хорошо в дороге. Движение как в муравейнике в большом. А здесь еще угол, да, надо? Да, этот угол задержан. Роман, Роман, вон тот угол надо покидать. Вон там. Вот отсюда бери он. Ой.
тополь, который надо свалить до конца уже. За помощью идет у нас. Аллилуйя. Вот закончили разравнивание трассы. Растили щебенки. Вот здесь вот ровно получилось. Тихо. Лёша, Лёша, где машина твоя? Моя машина? Да. Ну здесь. Проехали посередине, дай, чтобы люди видели, где трасса. Уберите с дороги ведра все. Степа, Степа, с дороги убери ведра. Ведра убери с дороги. Прямо сейчас или сфоткаемся, потом проедем? О, Алексей Устинов, козлик, козел. Надо так бы оставить, небольшой дождь пройдет так, чтобы... Чтобы она осела. Не продавить его. Сегодня поеду по такой, это трасса. Ну сказать, что не надо. Знак поставить, а? Или пока не надо, поставить ветки, пусть еще отъезжают. Потом Игорь же дорога. Да коровы все идут здесь, еще Игорь, вот коровы пусть ходят. Малолетние, ребятишки разгружают. Игорь грузовиком сейчас утопчет, чуть-чуть попозже, он грузит сейчас машину. Да. Грузовиком, туда-сюда несколько раз проехать и все. Она не утопчется, дорога твердая, куда она утопчется? Она ее просто выглядит. Ну ничего не будет, а то проехать на машине на легковой, даже можно свет оставить. Ну только что след. Да легковая еще там вот такая, грузовой. Ну видать будет. Сейчас я проеду. Ну проедьте, пожалуйста, давай. Потому что это невозможно. А можно я тут? Тут уже фотоаппарат едет. Давай, Сергей Павлович, тоже. Так, лопаты разберите, ищи лопаты. Алексей, ведра возьмите с собой пока. Вон Никита мчится на всех парах. Вот аппарат. Ну что? Коля, идем, Коля. Надо домой идти. Коля, иди сюда. Коля, иди вперед. По холмам встань. Ирина, пойди к маме. Где мама? Я вчера же. Ирина, иди вперед. Надо лицом туда, сбоку, да? Вот так вот, давайте встанем. Вот туда лицом. Хорошо будет, нет? Да. Ну, видите. Нормально. Что лицом туда? Нет, охрана, фотоаппарат за тобой. Нет, ты встань, так, чтобы это... Так, чтобы всех было видно. На дорогу-то давайте выйдем. Ты встань, чтобы тебя видно было. Нет, дорогу будет сбоку видно. А что не на дорогу? А что, может, на дорогу? Так. Раз, дорогу. Дорогу они видно. Могут отойти и сделать, чтобы видно было. Давайте раз, на дорогу. Два, три. Сделайте несколько. Давайте на дорогу выйдем. По очереди. Сначала а они просили на меня. Дорогу. Почему нам не выполнить? Простое желание. Законное. Притом законное. Вперед проходите с мальчиком. С левой стороны. Вперед. Степа, вперед иди. Ты же маленький. Кто ты там стал? Козырьки все повернуть назад. Что закрыл ты голову? Поверни назад. Поплотнее. Куда смотрим? Вот сейчас Леша пойдет, вот, а ты сфотографируй, как мы в расступную бросимся. Вон Алексей едет еще. Никита, скорее с трассы уходи. Все, уходи. Уходите. Надо середину гребень убрать немножко. Ну ты с нами поедешь сейчас. Не знаю.
А что не знаю, это вон машина такая хорошая. Алешишь? Алеша. Сейчас мы попросим его, чтобы он отвез нас. Там же недолго нам. Ага, там что-то заехали, я падаю. Вот видишь как. Тут один человек оказался, один и это для потерявки большое движение. Делали. Вот да вот, за барабашом где, за знаком. Ну что, вы никак не поймете, на той дороге. Говорю. На той дороге, только добить, там ничего нельзя. Это ты не знаешь, о чем говоришь. Это а глубоко продавлена уже тяжелая щебенка. Не, так вот здесь гребень по центру. Вот такой. Да. Надо его чуть-чуть раскунуть. Надо им по нему ездить было. Сколько да, он едет грузовой, если едет на гребень, а здесь сталкивает все, потому что здесь ему не хватает дороги. На легковой еще... Ну попробуйте, сделайте. Надо лопаты взять. Когда мы делали проезд перед первым мостик, утоптал трактор, мы знали, что тяжелая машина, она опирается на маленький колесик, а не на платформу. И вчера проехали большие, и там осадка. Мы камень сейчас там должны уложить, а Игорь приедет и вот трактором слетели. Нас надо туда отвезти. Отвезешь? Нас, в смысле, людей или камень? Людей. Нас? Людей. Понятно. А может, я камень? Камень. Мы там долго не будем. Игорю сразу скажем. Я ему дам только сигнал, он говорит, дашь сигнал, я приеду. Человек сколько нас? Он сейчас грузит КамАЗ, а его не трогайте сейчас. Ну, не трогай. Он говорит, я с прицепом приеду, проеду. Так, лопаты с собой возьмите. Кто поедет туда? Поедешь с нами? Я не знаю, если на первом мостике помогать не куда надо. Куда я, туда и я. Ну да, понятно. Ну понятно. Все. Так, ну давайте быстро тогда. Уходите. Все, тогда поехали сейчас, да. Да, что-то уже полдня прошло. Бери лопаты, две, лопаты. Подожди. Две, это... Надо было тычковую лопату взять. Есть тычковая такая? Штыковая? Штыковая. Там, да, есть. Надо здесь сбегать. Нет, да? Здесь нет. Ну, ладно тогда. Да там сзади в этом. Вот заделано. Ямка слишком это резко, глубокая. Надо чуть-чуть ее сглаживать. Ну уберите маленько с дороги. Было бы хорошо, если бы там трубу побольше. Благословляю. Это же все в наших руках. Машины какие интересные. А вон эти кольца у меня лежат. Ну все, слава Христу.
Аллилуйя.